Это видео посвящено двум локациям: Монумент Славы и Долина Роз. Начнем с Монумента Славы. Данный мемориальный комплекс был открыт в 1967 году и символизирует память тех солдат, воинов, которые погибли при освобождении Черкас. Кстати, на этом месте раньше находилась Троицкая церковь, которая была взорвана перед строительством комплекса. Ну, здесь мы видим барельеф с вывитыми фамилиями защитников города, поэтому всегда здесь находятся живые цветы. Ну и монумент славы символизирует родину-мать, которая смотрит на Днепр и на долину Роз. Это, собственно, как и выглядит из себя долина Роз. К сожалению, съемка была осенью поздней, да, поэтому нельзя оценить всю ее красоту. Особенности внизу, когда с водохранилища пришел очень сильный туман. Может быть, кто-то поделится видео в более благоприятные погодные условия. Здесь, как мы видим, фонтан, скамейки около фонтана. Да, в ноябре месяце фонтан уже, к сожалению, не работал, да. Ну, а здесь мы видим солнечные часы, которые были установлены в 2012 году, журавль, ну и 12 стульев, которые как бы символизируют одно произведение Ильфа и Петрова. Здесь мы, собственно, видим сами розы. К сожалению, это уже остатки их, потому что, понятное дело, уже конец сезона. Да, ну и дальше спортивная площадка и пляж, да, который выходит на пляж на Кременчугском водохранилище. Ну и, в принципе, река Днепр сама. Здесь мы, кстати, застали интересный момент, когда воду с водохранилища спустили немножко, да, и она отошла от берега, ну, метров на 20, наверное, да, как мы видим. То есть вода должна находиться была немножко выше. Ну, поэтому очень много людей как бы решили прогуляться по дну бывшего водохранилища. Долина Роз.